прибыли. Мы прилетели в Мурманск. Если в прошлом году мы летали в Мурманск по каким-то там Юриным хотелкам и прихотям, то в этом году вся компания приехала туда, куда хотят все, а именно половить кумжу. Свой огромный топчик. Потом у нас была заброска на автомобиле. Сразу по приезду нам сказали, что ну так себе. Вот эти все спрашивать, клюет, не клюет. Только дизу ловит. Да, да, да. Смотри, уже приуныл. Так и я приуныл. Потом мы пересели в лодку, на аэролодку, и уже на ней ехали до места. Но тут мне грек жаловаться, потому что в этот момент как бы я залез уже в нос туда, в нору, и хорошенько так вздремнул. Все. Блин, только шум от пропеллера будет меня будить. О, все, хорошо. Олег, да. Посмотри сюда. Ну как там? Я поспать лягу. Хорошо, давай спи. Всю дорогу по реке я спал. Пока там парни скакали по перекатам, меня вырубило вообще жестко. Как мы там только не прыгали, вещи летали, там я проснулся весь просто заваленный этими вещами, я даже не проснулся. Все, я спал как убитый. Сколько ехали? Замерз? Нет. Я же не мерзлявый, ты что? Ну, красава. Ты с Магадана, Юрка, там холодно. Еще поди родился с этого на льдине, да? А что ты, Юрка, совершил? Че? Что-то в Магадан тебе кинули. Все? Выгружаемся, да? Да. Держи, братишку. Нет, ты сиди и подавай, и все. Куда будешь-то? Там еда еще. Здрасте. Привет, 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 привет. Воды очень много, опять. И это, конечно, не очень хорошо. Ребята говорят, что кумжа, конечно, есть. Она, конечно, клюет, но как-то так, с трудом. Короче, история, ну, как всегда. Ну, ты мне скажи, Мурманск, он как Магадан? Да. Вот в один, да? Да. Чисто магаданский. Не, ну вот в Магадане нет таких берез. А, берез нет. Да, берез нет, да. Эта дверь закрывается. Ага. Вот любые кровати внизу. Кто двое, вот двое будут спать. Ага. По одному вот здесь вот кто хочет. Кушаем, сидим, общаемся, уже разложились, в принципе. Надо, конечно, вязаться, но я думаю, сейчас еще часик поспим. И на вечерочку уже выйдем. Давайте. Я хочу уже связаться, на самом деле, кинуть. Да не, здесь бессмысленно. Да, кинуть надо. Да. Отдыхай. На кусты прыгает рыба. Вот я ловишь, горбуша она делает вот это, и на кусты прыгает. А, да, гоняйте, что в прошлом году? Посмотрим, что получится. У нас, на самом деле, дней не очень-то еще много. К сожалению, больше никак нет возможности. У всех работа, у всех дела, у всех семьи, поэтому... Не намного, но за эти дни надо успеть многое. Я надеюсь, что что-нибудь мы наловим и классно проведем время. А план-то какой на вечер? Тут как вообще, до скольки? Знаешь, что муж приют ночью. Ну так и ночью, это что такое? До скольки рыбалка?
То есть сейчас лучше поспать, чтобы потом там бродить всю ночь, да? Там прям до утра, короче, можно ходить. Сейчас летать. А, то есть ловят ночью, не днем. Лучше ночью. Мотивация сильная. Готовились мы с зимы к этой всей истории. И снасти собраны, приманки куплены, вейдерсы начищены. Так что, в принципе, я думаю, что успех нам гарантирован. Дальше уже как бы только упорством в данном случае. Надо приманки снять, наверное, да, спал? Да не, можно затянуть просто. Хапчик, хапчик. Юрчик, ну расскажи про свою чуечку. Нету никакой чуечки. Есть просто хорошая компания, отличные гиды, отличный домик и просто хорошее настроение. И мы поедем сейчас просто в попытках поймать кунжу. В принципе, все. Не чуйка. Просто походить по лесу, посмотреть природу, посмотреть на карликовые березы, встретить медведя, куропаточку на непоняточках. Ни на что не надеется. Чё, и собаку берем? Огонь, огонь. Давай. Чё, двух сразу? С нами псы будут. Ну такая, оп, сразу поняла, что не берут, оп. Расстроилась. Начинаем нашу рыбалку. В общем, на подушке поехали на двух, поделились. Все, садись. Готово? Все, сейчас мы с пацанами разделяемся, да? Да. Саня с Юрой были высажены у первой притоки, а мы отправились на вторую. В момент высадки наш верный пес сбежал, пришлось его там ловить. Вот приехали. Сейчас будем уже обкидывать, уже ловить. Начнем нашу рыбалочку. Ой, гусь пошел. Вот сейчас бы, да, бах-бах. А не добьешь? Отсюда нет. Высоко. Только если ты самочкой притворишься, ляжешь вот так вот. Причем, знаете, как это, поговорка, как с гуся вода. Действительно, угу. Да, его берешь из-под воды. Да, он весь всегда сухой, да. Сухой, да. Да, да. Ну да. Ну, что-то непонятное. Щука, что ли? Или локоть здоровый? Ну, 500 есть ты, да? О, вот как я хотел, так и кинул. И удар, и удар. Давай, хотя бы окушка вот такого. Приятный. Да. Он еще подвис так мощно. Знаешь, это прикольно, что не на всякий джиг, а вот так заброс. Заброс, да, не на джиг, а еще и на мультик. Охраняй, охраняй, молодец. Нифига себе. Блин, вон надо собаку заводить на сплава, Игорь. Да. И зашла в перекат, и там все, да? О, есть, парень. GoPro, снимай видео. Thank you.
Видите, за камень заведет. Ах ты. Оборвало. Ух, под камушек прям. Наверное, засадила. Огонь. Под корягу ушла. Есть, ребята, все, взял первую. Прям на коротке из камня выскочил, я все это видел. Вода большая, воды много, приходится вот искать. Но смотрите, вот, вот моя кумжинка. О, хорошо как. Вот здесь взяла, прям под этим камнем. Крупняк? Пацанчик, просто огонь. Да. Это как сказал? А, вот такую? Когда он пахнет рыбы, трофейную. Здоровую? Сань, не, я пойду фотку посмотрю. Сань, ты записал? Да. Да. Помогай, братан, подсак нужен. Мне ее не поднять даже. Охереть, как ты ее достал-то, такую здоровую? Ты помогал? Да, ну я ж пацан. Принял. А
там. О, кайф. Вот это кайф. Вообще монстр. Вот это просто зачетная рыбешка. Зачет. 100%. Фу. Я уже 100 раз перекрестился, что она уйдет. Так она давила, конечно. Видишь, она серебряная такая. То есть вообще класс. Красава. Слушай, она прямо в струе взяла. Прямо в струе, да? Да. Вот это, ну, знатный лопоток. Давайте. Дос. Прямо в струе. Давай, подожди. Фу, вот, вот это эмоция. Олежа, спасибо за подсак. Фу-ху. Сколько это? Ну, за два. За два, да? Так, показываю. Вот она. Здоровая. Саня, красава. 100%. Саня! Фу. Ну что? Спасибо тебе, рыбка. Спасибо. Это прям рыбёк. Спасибо. Люк поймал где-то полтора, наверное. Ты на бобер все взял? Угу. Это ридж был? Ридж. 50? 70. 70? Есть. Ох, фрикцион пошел. Акушара. Хороший? Ну, блин, сорвало фрикцион. Да, у меня сегодня что-то на окуня прям прет. А что, под кусточки подаешь, Игорь? Есть! Сход! Блин! Колебло с резиной! Ну на коротке, видишь, не было шансов там нормально засечь. Блин! Упустил я одну. Хорошую? Ну, такую же, как там поймал. Прямо на коротке взяла. Было что еще? Щуки. Сюрята. Сюрята? Было нормально. Ты-то впорол кумжину? Нет? Короче, клебло. На клебло, на крюк насаживаешь червя. И пошел. Все. Да? Ты же достал? Сейчас я упустил. А, сейчас. Где, здесь? Как вот быть нам? Тяжело дается кумжа, видишь? Что-то как-то раздачи нету. Уповать что? Что когда-то там начнется день раздачи? Так у тебя реджей уже нету. На что ты будешь пороть? Рыбло. Ну что, ты сильно пропорол-то руку там? Прям вообще мясо, кровища? Нет. Да нет. Ну крюки-то мелкие. Ну туда зашли. Это самый беспонтовый. Пришлось его через мясо. Самая жопа, когда в подушечки пальцев входит. Там же пучок нервов. Угу. И вот это неприятно. Не, ну что, парни, первый день отметили с трофеем. Сань, как хочешь, приедем сейчас. По 50. Да, отметим. На подсак надо рюмашку вылить, слышишь? Как договариваюсь. Да подожди ты с баней, мы за рюмашку тут обсуждаем, он с бани лезет. В баню пойдем по-любому, я тебя попарю. Нет, именно сегодня. Ну, сегодня подумай, сегодня надо выпить за Санин трофей. Блин, Сань, ты ловил кумжу на 2,5? Вообще никогда не ловил кумжу. Вот. Не видишь, да, Юрка кидал, риджа туда. Саня кинул риджа.
не поймал. Кстати, проводка, видишь, как-то ты более бяленько провел. Проводка равномерка, но в струе. Я кинул туда прямо в струйку и повел, короче, равномеркой. Какая проводка на том же уровне? Быстрая, медленная? Я не знаю, я пробовал много. Да? Это она берет, она возьмет. А вот такие вот селенины грамм по 800, по 900, ну как вот раскидали. 6 килограммов. Они, знаешь, бойкие такие. Вот, я там еле завел. Кирета. Борьба была не вообще не на шутку. А ты взял, да? Да. Приехал сразу, говорит, я хочу такую рыбу, да? Поймал, а пацанам что, не. Так нет, Игорь, ты уже взял? Какую? Юрка не поймал. Ну давай, ну, Сань, что? За твою рыбину. Ты удачно кинул. Спасибо. Все, наш первый день закончился. Рыба сложная. Рыбу надо искать, воды много. Не скажу, что прям лютый жор, но наловили. У меня было две. У Игоря тоже было две. И у Саши две. И одна из которых прям, ну, очень хорошая, я считаю. Проблема в том, что растеряли очень много приманок. Щуки тоже отгрызают этот флюр. Ну, в общем, вот. В общем, первый день прошел вот так вот. Завтра постараемся еще, как завтра, уже сегодня, постараемся улучшить результат. У нас еще несколько дней впереди, поэтому посмотрим, что будет дальше. А в целом, я пошел спать.